системные вопросы, решение которых требует длительного периода времени. Надо будет подготовиться, решить, допустим, обеспечение водой. Вопросы по дорогам, это тоже согласно документации должно идти. Здесь решение такое, что если на этой улице нет воды и нет дороги, вначале должна прийти вода. Естественно, весь город полностью покрыть и решить все городские проблемы за один год – это невозможно. Где самое плохое состояние – начинаем оттуда. Вопрос освещения решаемый. 208 улиц в этом году будет освещено, которых вообще не имело освещения. До конца следующего года все улицы города будут освещены. Не будут у нас неосвещенных улиц.